пацаны. Здорово. Сейчас мы вам споем самый хитовый. Привет, от группы Гнилой район. Поехали, короче. Мы сыграем сейчас вам работника. Вживую. Я парень неплохой. Я парень неплохой, я обычный такой. И работаю в товаре в центре сервисных услуг. А я на форуме сижу, и на девок гляжу, и на сайт порнографии я зайду. А еще я посмотрю на сектор газа, зайду и скачаю старый хит. Что от них я тащусь, я вам честно скажу, что сектор газа это кайф. А я возьму сектор газа в рублю, им я сейчас подпою. Что лучше группы я такой не слыхал, я нам это напишу. А я возьму сектор газа в рублю и колхозный панк спою. Кто там где, а я здесь пропаду. Я музон такой люблю. А наш начальник он такой злой, что не подъедешь на козе. А я под шумок возьму наушники, одену и притворюсь, что я глухой. Пока он там сидит и за компом дрочит, я послушаю банкрот. Авось не заметит, я тут ссылки разошлю. Всем фанам я привет передаю. А я возьму сектор газа в рублю, и я сейчас подпою. Что лучше группы я такой не слыхал, я музон это напишу. А я возьму сектор газа в рублю и колхозный панк спою. Кто там где, а я здесь пропаду. И я музон такой люблю. Соло, которого мы не знаем. Все, что ли? Нет, нет. Но как-то раз однажды он меня засек и вызвал на ковер. А там он мне сказал, бери расчетку и мандуй, но не нужен нам такой весь обалдуй. И тогда я зачетку забрал, расчетку забрал, получил. И культурно я оттуда, блин, свалил. А я возьму сектор газа в рублю, и я сейчас подпою. Что лучше группы я такой не слыхал, я нам этом напишу. А я возьму сектор газа в рублю, и я сейчас прошепчу, как я сектор люблю, я каждый день его слушаю. А я возьму сектор газа в рублю, им я сейчас подпою. То лучше группы я такой не слыхал, я нам это так напишу. Ой, пацаны, я уже сдох, короче. Спасибо. Ах, не дал чё. Ир.